День добрый, обзор масляного фильтра Lucas, вот его номер, FOS 102. Вот так вот выглядит корпус. Почему-то не указано, что микофильтр. Дата производства свежая, 12.02.2022 года. Обработка резьбы просто на высоте. Такая толика у фильтрона и у микофильтра. Сделано вообще отлично, даже палец ни за что не цепляется. Конструкция обратного клапана. Грибок. Сделан такой из резины. Все четко работает. Никаких заеданий. Так вот это выглядит в сборе. Пространство для открытия просто отличное, никаких сопротивлений вообще здесь не будет. Для зимы вариант просто идеальный. Подпорная пружина катушки. Довольно-таки большая по размеру. Перепускной клапан, так называемой конструкции гарпун. Сверху вот такой белый элемент втыкается. И снизу поджимается черный. Типа гарпуна. Собирается легко, просто, все эффективно работает. Работает четко. Давление перепуска получается 1,62 атмосферы. То есть замечательно. Центральную трубу, как можете понять, вырвать не удалось из этого герметика. Чисто фирменный герметик микофильтр коричневый. Густой, вязкий, тянется. Не хрупкий. Внутри, как видим, на тубе следы дополнительной мехобработки, просто после выдавливания отверстий. Заусенцев ничего нету в круглых отверстиях. Все сделано вообще отлично. Что особенно понравилось, глубокие довольно-таки складки. Такие, кстати, только у Ману можно еще встретить. Если бы это был бы какой-нибудь Goodwill HQ, но складки где-то, ну, до сюда они были бы. Вот это полезная, только полезная глубина была бы здесь. Все намного глубже, благодаря этому и больше бумаги влезает. Бумага хорошая. Сложно разрываемая. Толщина 0,41 мм. Вес 8 грамм. Для такого маленького фильтра. Площадь 615 квадратных сантиметров. Довольно-таки неплохо. Крайне приятное впечатление оставляет фильтр. Все сделано на высоте, нигде никакой экономии. Где можно сделать какую-нибудь дополнительную мехобработку, как в тубе или в резьбе, все это сделано. Так что фильтр твердая пятерка. Никаких спорных конструкций, как у фильтрона, где тоже 5 баллов, но как бы есть там некоторые элементы под вопросом. Здесь же без всяких вопросов твердый 5. Даже хочется 5 с плюсом даже поставить. Но оставим этот задел на будущее. Для возможных манов с силиконовыми клапанами и прочим. Крайне рекомендуется к покупке. Хочется еще этих фильтров исследовать побольше. Раньше они на нашем рынке были под маркой Miss Fat. Если вы помните, сейчас они вообще ушли, уже их не видно. Ну вот микофильтр решил, видимо, в странах СНГ под фирмой Lucas возобновить продажи. Всем до свидания, пока.